вперше цього року Україна долучилася до європейських різдвяних свят. І вперше на своє різдвяне свято університет імені Альфреда Нобеля запросив всіх своїх. А це сьогодні чимало. Загалом більше 200 викладачів та співробітників. Культура європейської якості освіти – це й культура корпоративного спілкування. І тут все важливо і не буває дрібниць. І над народженням та підтриманням традицій такого спілкування під час спільних свят тут працюють окремо. Скажімо, з нагоди входження університету у 25-ту річницю свого стрімкого розвитку, керівництво університету та департамент маркетингу, відділ аспірантури та кафе університету задумали та зробили багато креативних та приємних моментів. З них, звісно, і склалося це спільне свято. Лотерея подарунків, музика, танці, вітання, світлини та святковий глінтвейн біля ялинки були незабутні. Був у програмі свята і такий хвилюючий момент, коли на різдвяній ялинці університету з'явилася ще одна кулька. Але її появу зустріли як визначну подію. Саме ця унікальна дерев'яна кулька з авторським петриківським розписом, який за традицією був виконаний визнаною майстриною Оленою Ярмолюк, визначила старт 25-го року в історії університету. Звісно ж, разом з різдвяним привітанням від засновника та президента університету професора Бориса Холода. Взагалі приємно от в колективі університету сказати добре слово, ну, може бути, не всьому колективу, тому що студентів у нас 4 тисячі, преподавателів у нас менше на половину, на яку половину. Да. Вообще, от сьогодні мені сказали, що не можна говорити о проводах. Надо говорить о встречах, потому что сегодня 26-е, вчера 25-е, но я сегодня на ректорате и в целом коллективе и в интервью я скажу, что 2017 год для университета имени Альфреда Нобеля, ведущего университета, уже признанного сегодня не только в Украине, это был хороший, воистину красивый, положительной стороны год. За последние четыре, ну вот о работе говорю, обещал не буду, ну выпью, ладно. Вот. За последние несколько лет, 4 года, мы все-таки в 17 году вышли на хорошие позиции. Мы единственный университет, кто набрал около 1500, пришло учиться у 1500 молодых людей в университет. В то время как ведущие национальные и государственные в половину меньше, а тем более на контрактной основе и 1/5, 1/6 не хватает до нашего набора. Но это все то, что мы с вами наработали последние годы. Дорогие друзья, коллеги, мне приятно говорить о таком коллективе, потому что хорошо. Что такое 18-й год? Он там по какому-то календарю особенный год. Ну, для того, кто постоянно и работает и думает об этом, он тоже будет таким удачливым годом, как и 17-й, как и 19-й, 20-й, 25-й, 2070-й, 2100-й, 2600-й. Університет Альфреда Нобеля буде працювати. У загальній гармонії свята було чимало приємного та хвилюючого. Але головне те, що в цей день вся чимала університетська родина зібралася разом. Як це й потребують різдвяні традиції – європейські, українські та університетські. Біля ялинки зустрілися разом і ті, хто розвиває наш університет сьогодні, і ті, хто пам'ятає його на старті – майже 25 років тому. Саме перше воспоминання, не дадуть мені соврати мої колеги, це коли ми зібрали, Борис Іванович нас зібрав в далекому году, 25 лет назад, и нас было человек 20, и мы собрались. И вот это для нас был Новый год этого университета. Этот Новый год знаменательный. Видите как, 25 лет, и все хорошо, все прекрасно. И незабываемые впечатления. Я хотела бы,
чтобы все преподаватели работали с таким же энтузиазмом, такой же радостью, как мы начинали, чтобы студенты, вот те, которые нам поверили в далеком-далеком году, 25 лет назад, чтобы тоже так же верить, доверяли преподавателям и черпали знания, то, что им дают. Потому что наша работа – это одна радость, одно удовольствие. 44 года радости. Сколько? Всем 44 года всего. Всего. И 20 лет здесь. 20 лет здесь. С первого дня. С первого дня. Я уже работаю с самого начала. Это 93-й, кажется, если я не ошибаюсь, год мы начинали. Вот сколько уже? 25? 25-й. Да, 25-й год. Да. Самый яркий Новый год, мне кажется, был, наверное, 4-й год нашей работы. Когда мы здесь уже обосновались, вот в аудитории там на третьем этаже было очень интересно. Уже укомплектовалось, как-то больше пришло коллег. Вот, поэтому мне кажется, что вот этот. Ну и еще, наверное, год, когда мы праздновали первое пятилетие. Это было интересно, потому что мы состоялись. Мы же шли в никуда. Мы были первые. Это спасибо Борису Ивановичу, под его чутким руководством, будем говорить. Все это состоялось. Теперь это университет звучит везде. Мои друзья в Германии, немцы, они говорят, что Яков, мы видели твой университет. Кстати, они говорят, что здание вот это очень похоже на в Бонне здание. Да, да, Боннского университета. Там. Я хотел бы пожелать всем моим коллегам, коллежаночкам здоровья. Вот Новый год, он всегда как-то ожидаем, хочется чего-то нового, доброго, хорошего. Дай Бог, чтобы был мир, я хочу мира, мы все хотим мира, чтобы Украина процветала, университет, чтобы имел связи не только с Уэльским университетом, но и с немецкими вузами, с французскими вузами. Надо расширять. Желаю всем здоровья, всем процветания. Кто не защитил диссертации, защитит кандидатские, защитит докторские, etcetera, etcetera, как говорили в Древнем Риме. Так что всем добра, здоровья, детям, семьям, всем всего самого доброго. Таким був цей особливий день, цей святковий вечір. Таким він вже сам став історією. Загальною історією для громади нашого університету, для теплого дому, який створив холод.